странно, что в таком тихом месте, как наш округ, появились фанатики, которые верят в конец света. Семья Сидов — это очередная секта апокалипсиса. Они обещают спасение от коллапса любому, кто посвятит жизнь их идее. Тот, кто причинил нам боль, заплатит. Нельзя, чтобы четыре всадника этого псевдоапокалипсиса разоряли наш город. Покайтесь в грехах! Поэтому нам нужно сопротивление. Дать отпор этим маньякам. Яков Сид. Его ополченцы подчинили себе север. Людей обращают при помощи насилия и страха. Еще есть Иоанн. Он возомнил себя крестителем долины. Он запугивает людей, пытается сломить их волю и разум любыми способами. Попробуем еще раз. Их сестра Вера накачивает людей наркотой и ведет на бой. Ее цель — послушание и отсутствие мозгов. И, разумеется, отец. Иосиф Сид. Паства видит в нем спасителя, пророка. Но если спросить меня, он исчадие ада. Мне плевать, как ты их остановишь. Главное — результат. Округ Хоуп — наш дом. Эти твари не займут его. Мы не позволим.